Так. Влог, что в моем холодильнике? Надеюсь, я тут видно как-то. Ой, блин, как руку-то держать вообще? Короче, всем привет. Влог по заказу трудящихся. Как раз вот то, что мне в комментах подкинули идею. Что в моем холодильнике? Я особо сегодня ничего не покупала. И, откровенно говоря, мне кажется, там мышь сдохла. Так. Мой холодильник. Что это? Это что-то загадочное. А, это полосатая луковица, которую бабуся заныкала, чтобы положить потом суп. Тут ее какие-то капли. Тут масло сливочное, которое я купила и, подозреваю, я про него забыла. Это очень вкусный творожок. Я его с какао смешиваю. Сегодня купила. Один уже слопала. Так как у нас периодически живет моль, а я параноик, то кашки я храню вот здесь. Да, эту я уже пробовала открывать. Это мне, по-моему, про запас купленное. Тут вот сейчас узнаем, что тут. А нет, не узнаем, крышку хрен снять. Ну, в общем, тут что-то в чашке. Тут всякая фигня, когда болит какой-нибудь зуб, я ее колю. Точнее, вообще-то развожу с водой. Еще тут, по-моему, сейчас узнаем, что вообще тут. А, да, тут этот соевый соус. Каман. Соевый соус. Еще один стебель бамбука, масло виноградное, я его в основном ем, в баночке под йогурта какая-то супер зеленая мазь, называется лошадиная, хорошо помогает от боли в башке и прочих болей, которые, так это да, это новокаин, там где-то в общем должна быть какая-то хрень, которую вообще людям колют, когда у них эпилепсия, а я ее развожу и пью, когда у меня судороги. Вообще пить не советуют, потому что обычно с нее других людей проносит. Тут у меня, по-моему, картошка. Наша свойская. Тут у бабуси суп. Там всякие... А, вот сзади в зеленой крышечке это калина с медом. Там какие-то заготовки. Томатная паста, молоко, которое почти приняла ислам. Я его сегодня на ноги, наверное, спущу. Сделаю ванночку. Он там сила злаков, это овсянка. Это бабушкин творог и, по-моему, сметана. Кстати, да, вот это вот углический творог из Углича. Тут сосиски. Так, у нас бабуля есть частично раздельное питание, поэтому часть ее полочки. Тут сыр, значит, сосиски, масло ее какое-то. Молоко и, кажется, ряженка. Котлетка. Видимо, мне ее оставили, не знаю, не спрашивала. Тут паштет, мне кажется, он уже хлопнул ластами, потому что про него все забыли. У нас вообще есть лусть забывать про еду. И она иногда умирает. Тут лисички, которые мне мой двоюродный дедушка вдарил прошлым летом. Там какая-то, наверное, мят какой-нибудь. Тут укроп-петрушка. Да, укроп-петрушка замороженная. Там пельмешки. Пельмешки, еще какая-то фигня. Смотрите, какая на 3 минуты наговорила. Я тут посмотрела вообще, что... А, тут ничего. Но обычно там тоже что-то лежит. Вот. Такой, наверное, небольшой влог. Ну, это кухня, которую некоторые уже видели.